Всем привет на моем канале, с вами Тимофей. Сегодня у нас новый выпуск «Сладость или гадость». И сегодня мы будем с вами пробовать сникерсы всякие разные и, может быть, что-нибудь еще. Часть из них уже покушаны немного, поэтому не серчайте на меня. Так, первый сникерс — это вот такой вот. Он даже сплюснутый, 2 бакса. Не знаю, возможно ли его будет поесть. Так, он у нас с миндальным, типа, маслом. Ну, такое, немного с кислинкой. Следующий у нас из этой же серии, тоже миндальное масло, крем. Не знаю, в чем у них отличие. Тут осталось последнее. Выглядит она вот так. Если на нее сесть. Ничего так. Тоже с кислинкой. Вот этого, к сожалению, девочки уже и мальчики не осталось. Но это тоже из этой серии. Peanut Butter. Выкидываем. Ужас. Кто-то готовится к видео. Следующее. Белый сникерс. Я думаю, все его пробовали. Ну, в целом, норм. Дальше у нас сладкий соленый сникерс. Выглядит вот так. Цена тоже 2 доллара. И он такой пожирнее. Ну да. Как обычный сникерс, просто соленый. Дальше вот такой вот сникерс. Это типа экстрим. Типа очень насыщенный. Насыщает. Тоже по толщине такой норм. Ну и тут типа арахиса больше. Ну да, прикольный. Дальше вот такой сникерс с кофе. Эх, Тима, все уже покушал. Ну, с кофе, кстати, по крайней мере, что-то другое. Чувствуется вкус кофе. И следующий у нас с перцем. Честно, уже не помню, как он на вкус. Пока особо перца не чувствую. А, хотя вот начинаю. Угу. Ну, такое, терпимое. В общем, это все сникерсы, которые я смог найти, из которых я еще не пробовал. Точнее, уже пробовал. Просто записывал это видео несколько раз, и у меня то звук не записывался на камеру, то еще что-нибудь, поэтому решил записать на телефон. А с того момента, как записывал, прошло уже месяц. Ужас. Фу, что-то прям вот сейчас перчить начало. В общем, всем, кому понравилось это видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.